Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы. Сегодня необычное видео, и таковым его делает то, что от лица проекта «Двигатели Дуйнова» я объявляю благодарность всем инвесторам, поддержавшим наш проект. На протяжении 9 этапов финансирования нами было достигнуто очень многое, в том числе создание лаборатории, опытного участка, литейной и других необходимых площадей со всем необходимым оборудованием. Полным ходом идут работы над созданием методологии работ по снятию характеристик двигателей. Также мы добились путем модификации общепромышленного асинхронного двигателя 90-го габарита экологического класса ИЕ-1, получения двигателя экологического класса ИЕ-3 в габаритно-присоединительных размерах ИЕ-1. А это говорит о том, что технология реальна и востребована на современном рынке электродвигателей. Нами был подписан договор о вступлении в резиденты в особую экономическую зону Технополис Москва. И уже в ближайшее время нами на площадке Алабушева будет разбит строительный лагерь, силами которого мы приступаем к подготовке площадки к возведению будущего инжинирингового центра. Также был преодолен главный риск проекта – риск недофинансирования. В случае, если народного финансирования будет недостаточно, в силу вступит ранее подписанный договор о дофинансировании проекта, подписанный с крупным инвестором. За время существования проекта «Двигатели Дуйнова» проделано очень много работы. Мы движемся строго в направлении поставленной цели, решая все поставленные задачи. И как вы можете заметить, у нас это получается. Поэтому все инвесторы, кто проинвестировал в проект до 25 июня, а именно в этот день будет смена инвестиционного этапа с 9 на 10, могут оставить свой след в истории инжинирингового центра. А именно вам предоставляется возможность поучаствовать в заложении капсулы времени. Для этого вам необходимо прислать скан листа бумаги формата А4, на котором вы своей рукой напишите свое имя, фамилию, отчество и поставите подпись, и также добавите короткое пожелание проекту. Отправить это нужно на e-mail адрес, который указан в описании к видео, а также в сопроводительном письме обязательно укажите свой e-mail адрес, по которому вы зарегистрированы в личном кабинете проекта. Обязательно примите участие в этом событии, расскажите о нем своим коллегам, друзьям и близким. Этого дня ждали действительно многие. Точная дата заложения капсулы будет озвучена позже в наших социальных сетях. Поэтому, чтобы не пропустить это и многие другие интересные события из жизни проекта «Двигатели Дуйнова», обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик и не забудьте сделать репост этого видео. А с вами был Александр Сударев. До новых встреч!